Во дворце спорта «Видное» состоялся очередной этап клубной шахматной лиги Московской области. В наш округ съехались мальчики и девочки из нескольких городов Подмосковья, чтобы выявить сильнейших в интеллектуальной игре. Этот турнир был задуман организаторами из Можайска, Истры, Красногорска, Дедовска, как турнир для детей, именно командный, шахматных клубов, которые образовываются в Московской области, для того, чтобы шахматное движение как можно больше развивалось. Перед началом турнира прошло официальное открытие, на котором организаторы поприветствовали участников и пожелали им хорошей игры. Сейчас вы при этом возьмите ребят со всех уголков Московской области. И я считаю, что это нормальное, достойное такое мероприятие, которое мы проведем на хорошем уровне. Формат турнира предполагал командные состязания и сражения за победу в личном зачете. Призы получают обязательно кубки, ценные призы, которые предусмотрены организатором турнира, грамоты, да, то есть как бы вот. Ну и, соответственно, там, где положены медали, тоже получают медали. Ленинский городской округ на соревнованиях представляли две команды: «Стратегия» и «Импульс». Уже много лет шахматным клубом «Импульс» руководит Александр Болховитин, чьи воспитанники занимают призовые места на турнирах разного уровня. Сегодня мы этой команды выставили весь свой сильнейший состав и проверим, что наша команда сегодня стоит. Один из ярких представителей «Импульса» – Юра Архипов. В свои 13 лет уже успел принять участие в чемпионате мира в Минске и имеет второй взрослый разряд. Любит шахматы за возможность развивать логику и стратегическое мышление. Думать, читать наперед. Вот, много всего интересного, много вариантов. Вот, потому что в шахматах, то есть, получается бесконечное количество вариантов. Вот, все это знать, все это считать, это очень интересно. По итогам 7 туров победу в соревнованиях одержала команда «Луч» из Сергиева Посада. Наши ребята из «Импульса» заняли второе место. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».